Так. Это новое упражнение. Надо снимать. Дни жестокого похудания продолжаются. Настя, кстати, вся в синяках. Потом покажешь? Синяки? Да. Тут. Потому что сноуборд это дело такое. Нам пришла вот такая вот коробка. И теперь мы посмотрим, что в этой коробке, ребят. Фух, что же нас там ждет? Упаковано все просто, я не знаю, но это максимум. Сейчас я вам покажу, что это. Ребята, это наша серебряная кнопка пришла. Да. Пошел, Настя, покажу. Так. Пошлите. Ребята, показывает Настя. Она еще даже не подозревает. Она думала, как я, то, что это уже посылка от Ежова пришла. Но это нам пришла наша кнопка серебряная. Тут все запотело. Мы уже на лайв-канале даже кнопку заработали. То есть у нас уже 100 тысяч подписчиков на лайв-канале. На основном у нас уже вообще почти 350. Вообще 350 уже. И только сейчас эта кнопка пришла. И она была очень долгожданной. Очень. Вот так вот. Сейчас будет для тебя сюрприз, Настюх. Кнопка. YouTube. А, это не это? Это нам YouTube кнопку прислал. Блин, так давно я ждала. Кнопка красивая. Куда мы это повесим? Давай в ту комнату. Блин, она такая тяжелая. Ага. В общем, вот эта вот комната, в которой мы спим. То есть вы понимаете, так свет не работает. Ну, вы знаете нашу комнату, где мы спим. Вот. Ну, естественно, когда кто-то обижает, происходит примерно вот такая вот херня. То есть, как бы, нормально все у человека, видимо. Не торопись. Как вы поняли, мы снова на склоне. Мы полюбили, мне кажется, уже это дело, сноуборд, да? Только это, я опять кататься, оказывается, это стало нашим наркотиком, ребята. Вот, хотели об этом сказать. И вам всем советуем обязательно попробовать хотя бы разок. А лучше два, потому что с первого раза вам ни хрена не понравится. Будете на жопке сидеть маленько, но со второго вы обязательно полюбите этот вид спорта. Экстремальный. Вот, из минусов сразу же. Бывает такое то, что... Ну как бывает, у нас 3 из 4 раз дали нам оборудование абсолютно стрёмное, которое не держало ногу, и это была огромная на самом деле проблема и потеря. Сейчас мы взяли крутые досочки. Крутыми крепочками. Сегодня буду, наверное, даже учиться прыгать на ней. Доска от Бёртона. Взяли мы у наших новых друзей. Давай название еще раз. Extreme Core. Вот здесь вот вы видите всю информацию. Ссылочка есть в описании. У них можете взять также инструктора, да? Инструктор, мастер, фломастер. В общем, все будет в полном порядке. Отличное снаряжение. Под вас именно подберут, подстроят. И это совсем другой уровень, поверьте, сразу же вы по-другому почувствуете себя на склоне. Ну, а сейчас мы начнем. О, кидаются. А сейчас мы начнем, короче, ребята, с это. С обучения наших рачков. Рак 1, рак 2. И мастер, полмастер. Андрей, да, не забудьте. Это Феликс. Наша задача кататься вот так. Вот это? Один поворот. Он делится на две части. Это называется инициация, это бедение. И у нас есть на переднюю ногу, наклонить назад. Вот у нас должен быть все. Разворот вот такая, это основная стойка. Теперь переносим вес на переднюю ногу. Я буду носить, не бойся. Плечи тоже чуть-чуть туда уходят, как бы верхняя часть не двигается, только двигаются ноги. И все. И как оловянный солдатик вперед чуть-чуть наклонилось. Все вот в таком положении. При правильном катании появляется чувство свободного падения. Я упал, блин, пока ехал назад. О, лох.
Ой, там просто снежочек был пухляк такой резкий. Я что-то не ожидал такого. Бе-бе-бе-бе-бе. Так, друзья, сейчас мы посмотрим, чему научилась Наська. Она там сверху, я ее жду. Тут хорошо, свежо сейчас. Сейчас мы ее дождемся и посмотрим, что у нас девка-то научилась после часа с инструктором. Скажи, Кинесла. Я вроде бы умею кататься. Научилась. Паша вообще, мишки сердце не остановилось. Я ради вас хотел крутануть что-нибудь. Еще прыгать-то не умею ни хрена. Хотел крутануть. Ой. Ты выпендриваться умеет. Я не выпендривался, я хотел ради хорошего контента. Понимаете? Что-то не получилось. Но я только учусь, ребят, прыгать. На самом деле надо было меньше скорость, но ради видео я хотел чуть-чуть еще покруче что-нибудь сделать. Еще и 180, и меня... Оп, 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 оп. Друзья, Андрюха нашел дроп. Это я его жопу показываю, это не то, ребят. На самом деле, дроп, это что у нас, Андрюха? Это бонус. Это бонус в переводе с этого, со сноубордистского языка. И сейчас он будет прыгать вот туда. Я не знаю, что он выдумал. О, это его выбор, ребят. Мы не заставляли. Там что-то... Настюшка бежала, бежала, упала. Ты чё упала? Настя, красава. Показывай. Пусть ребята знают. Помните? Это вообще мой клиент. Помните на 100 тысяч подписчиков? На 100 тысяч подписчиков я ее предложение сделал. Камеру... Ой, камеру, блин. Телефон ей подарил. Я не знаю, может быть это стекло защитное снять, и может будет лучше. Я просто мечтал об этом. Или ты думаешь? Понимаешь? Там внутри, да, так, ребята, решили снять стекло. И оказалось то, что сам экран тоже уже. Ну что, как у тебя настроение?